А сегодня я приготовлю самый вкусный ужин для холостяка. Сегодня мы будем готовить макаронные изделия. Давай. Сейчас мы будем наливать воду. Ты очень много налил. Сливай. Достаточно. Нет, это очень много. Сливай. Включай газ. Достаем соль. Да. И немножечко присаливаем воду. Сколько ложечек? Одну чайную ложку с горкой давай добавим. Давай еще столько же, это мало будет. Чистим лук. Нет, на себя нужно счищать. Вот здесь цепляешь вот так вот. Можно глаза промывать, пожалуйста? Нет, нельзя глаза промывать. Сейчас вот этими грязными луковыми руками полезешь в глаза, у тебя глаза будут щипать еще больше. Быстро просто нужно чистить под холодной водой. Смотри. Вот так. Оп. Вот я почистила лук. Теперь то, что осталось в раковине, я беру и выбрасываю. И моем руки. Теперь мы наливаем масло. Чтобы доска не скользила, когда я буду резать, я под нее подложу тряпку. Берем лук. Сейчас я нарезаю вот такими вот арбузиками, и потом я их беру и вот так вот разрезаю. Мелкие кубики. Вот у нас спагетти. Берем их вот такими вот гроздьями. Но прежде чем добавить их в уже закипевшую воду, мы должны их сломать. Да, сначала нужно открыть кастрюлю, Юр. И над кастрюлей их ломать. Туда ломай и закладывай. Да. Угу. О, вот, теперь фейерверка у нас не было с тобой по кухне. Газу. В мусорку. Сейчас берем лук, ставим его на плиту. Разрезаем шампиньон на три части. Пока ты режешь шампиньоны, я помешаю лук, чтобы он не пригорел. Сейчас я мою руки, потом я беру свои шампиньоны, уже порезанные, и буду добавлять их в лук, который уже обжарился и дошел до золотистого цвета. Сразу полностью, не надо руками, просто прям так, и продолжай резать. И когда я добавила все шампиньоны, я помешиваю их. Отлично, у тебя очень хорошо получается. Мужской ужин у тебя будет. Угу. И маму еще накормишь. Да. Ну, мы не забываем мыть посуду. Вот я все и помыл. Теперь осталось протереть мое рабочее место. И теперь добавляем специи в грибы. Меня устраивают итальянские травы. А так по вкусу. Отлично, давай. И сейчас еще немножечко подсоль. Я буду так вот по щепоточку добавлять. А сейчас я буду готовить украшения к нашему ужину. Мы берем мои шампиньоны с луком и прикладываем их в более глубокую емкость. Пахнет вкусно. Берем сливки и наливаем их сюда. Вливаем всю пачку. Этого вполне достаточно. Теперь берем лопатку и будем помешивать. Интересная смесь у нас получается. Добавляем один полный половник воды из спагетти и добавляем к грибам. Теперь берем сеточку со спагетти и добавляем ее к грибам. И теперь мы перемешиваем грибы вместе со спагетти. Буду резать помидоры и зелень. Такими вот мелкими гроздьями. Подставку ножек на две части. Слушай, ну ты жених, прям, ну я не могу, ну жених, ах ты хитрец-то какой. И желаю вам приятного аппетита.